Итак, во-первых, я хочу сказать, я понимаю. Понимаете что? Школа. Камала? Камала. Еще одна футболка Мстителей. Мила. Она думает, что я какая-то чудачка. Так ты чудачка. Мальчики, прошу прощения. Да. Ты вроде как на моей рубашке. Прости. Но ты таращишься в окно в своей маленькой стране фантазий. Камала, эй, уже? Опять? Ну уже. Должна ли я продумывать все свое будущее до обеда или типа того? Возможно, они правы. Я провожу слишком много времени в стране фантазий. Это не ты. Это не смуглые девушки из Джерси-Сити спасают мир. Это тоже фантазия. С тобой что-то случилось? Нет, почему? Ты что-то слышал? Камала? На что это похоже? Улет. Я всегда думала, что хочу такой жизни. Но такого я не представляла. Знаешь ли ты, кто ты такая? Я супергерой.